Вот как выглядит ситуация в точных цифрах. С начала года на курорт прибыло 4700 поездов дальнего следования и пригородного сопровождения, пассажирами которых стали свыше 2 миллионов человек. Воздушным транспортом на курорт прилетели 1 миллион 300 тысяч человек, которых доставили 11 тысяч самолетов, сообщили в пресс-службе Анапской транспортной полиции. Таким образом, в Анапу прибыло 3 миллиона 300 тысяч туристов. Отметим, что в этом сезоне курорты Краснодарского края, среди которых и Анапа, опередили по популярности Крым и Турцию. Всего его Краснодарский край летом посетили 10,5 миллионов туристов, на 5% больше, чем в прошлом году. Самыми востребованными курортами стали Сочи, Анапа и Геленджик.